Сегодня мы двигаемся дальше с рассмотрением формата представления разнообразных чисел в компьютерах и рассмотрим числа с плавающей точкой. В прошлый раз были целые числа, сегодня перейдем к числам с плавающей точкой. Какой план? Мы начнем с представления чисел сначала с фиксированной точкой, потому что арифметика даже с фиксированной точкой уже представляет для нас большое количество сложностей при вычислениях, которые потом, естественно, будут даже в чуть более сложном виде воспроизведены, когда мы переходим к плавающей точке. Рассмотрим стандартное представление чисел с плавающей точкой IEEE 754, бинарное представление. Рассмотрим некоторые алгоритмы выполнения операций с плавающей точкой и потом некоторую прагматику использования чисел с плавающей точкой. Презентацию, и вот есть презентация по этой теме на английском языке, ссылка на нее здесь дана. Ну, как представляются целые числа в двоичной системе, мы все себе хорошо понимаем. Вещественные, дробные, начнем с дробных чисел. В двоичной и в любой системе счисления они представляются точно так же, как десятичные. У нас есть некоторая позиция, с которой у нас начинается дробная часть. Слева от этой вот точки, разделяющей целую дробную часть, у нас степень основания увеличивается. B нулевое, 2 в нулевое 1, B первое, 2 в первое 2, 1, 2, 4 и так далее. Если мы рассматриваем бинарные числа, степень двойки растет. Если мы начинаем двигаться от точки вправо, то степень двойки переходит в отрицательные числа. Минус 1, минус 2, минус 3 и так далее. Там, до бесконечности или до какого-то ограниченного числа. То есть первый дробный разряд после двоичной точки имеет вес 1, 2. А второй дробный разряд после двоичной точки 1, 4, 1, 8 и так далее. Это двоичное представление. Естественно, мы можем взять любую другую систему счисления. В ней все будет точно так же. Троичное, там, пятеричное, какая угодно. Десятичное в том числе. Первое, что мы должны сделать с таким вот математическим представлением, состоящим из целой дробной части, при переходе к хранению этих чисел на компьютере, это как-то ее ограничить. Мы не можем хранить числа неограниченной разрядности. Конечно, можем, но это получается совсем другая вещь. Там будут непонятные требования по памяти и так далее. Поэтому мы хотим сначала отстроить, получить формат представления дробных чисел, который был бы для нас фиксированный размер, было бы понятно, как мы его храним в памяти. Поэтому, чтобы перейти к некоторому представлению фиксированного размера, для хранения в памяти компьютера, нам нужно его ограничить. Понятно, что мы его ограничим как слева максимальным разрядом целой части, так и справа максимальным разрядом дробной части. И таким образом мы естественным образом получаем fixed point числа, то есть числа с фиксированной десятичной точкой. Маленькое терминологическое замечание. В советской, русской, часто и французской математике, поскольку вот российская математика и русская позаимствовалась с французской, часто используется термин запятая. В американо-английской используется термин точка. Ну, я даже по-русски скорее буду говорить с фиксированной точкой, с плавающей точкой, то есть в качестве разделителя буду использовать символ точка. Итак, представление с фиксированной точкой. Мы берем фиксированное число бит для хранения дробного числа и делим его на две части. Часть бит, обычно там старших бит, мы будем отводить для хранения целой части числа, и часть бит будем отводить для хранения дробной части числа. Разбиение произвольное, ну, так, как нам в данный момент кажется удобным. Например, у нас возьмем 8-битное число, старшие 4 бита, условно говоря, одну 16-ричную цифру мы будем использовать для хранения целой части,
младшие 4 бита будем использовать для хранения дробной части. Это вот у нас получается двоичное представление с фиксированной точкой 8 бит 4 плюс 4. Тогда, если мы берем, например, целое число, то у него все младшие 4 бита будут равны нулю, поскольку дробная часть равна нулю, а старшие 4 бита – это будет целая часть. Отсюда, собственно, ну, понятно, что диапазон представимых значений. Я пока рассматриваю только положительные числа, не учитывая здесь какого-то бита-знака, дополнительного кода, обратного кода, а просто пока только положительные, не отрицательные значения. А диапазон представимых значений у нас тогда будет, собственно, от 0 до 15, точнее так, до 16 минус некоторое небольшое число, с которым посмотрим. То есть максимальное целое число, которое мы можем хранить вот в этом представлении, будет 15. Минимальное – 0. Соответственно, если мы хотим представить число 2,5, у нас целая часть 2 идет в старшие 4 бита, младшая часть 0,5 – это 1/2 бит, который первый находится справа от места, где мы предполагаем двоичную точку, поэтому получается 1, 0, 0, 0. И какое-то число допустим 5,668,75 десятитысячных, оно вот у нас представится вот таким вот образом. Старшие 4 бита это 5, младшие 4 бита это 0,68,75 десятитысячных. И когда мы ввели представление с фиксированной точкой, когда мы отвели фиксированное число двоичных разрядов под хранение дробной части числа, у нас появляется такое понятие, как ULP, ULP, unit as the last place, или единичка в младшем разряде по-русски, которая в нашем конкретном примере это вот 0,0001 двоичная, то есть 1/16. 625 десятитысячных. Это получается минимальное представимое значение, которое мы можем представить отличным от нуля. 625 десятитысячных. И нам еще будет полезно значение ULP пополам. Соответственно, оно будет, мы берем unit as last place, деленное пополам. В нашем случае это будет 1/32, 31,25 100 тысячных. При этом сразу обращу ваше внимание, что значение ULP пополам нам потребуется без относительной системы счисления, в которой мы будем представлять наши fixed point числа. Давайте посмотрим, как мы можем выполнять некоторые арифметические операции с фиксированным числом. Первое, что мы хотим делать, это преобразование из десятичной записи. В обычном там, физическом, наверное, мире, скажем так, у нас используются очень часто десятичные дроби. И мы знаем, что 10 это 2 умноженное на 5. И 1/2 это у нас, естественно, может быть представлено как двоичная дробь. Ну, собственно, 1/2 это 0.1 в двоичной системе счисления. А вот 1/5 или 0,2 десятичная, если мы попробуем представить их 1/5 в виде бесконечной периодической двоичной дроби, мы получим какое-то такое значение. 0.0011, 0011, 0011 и так далее, 0011 в таком периоде. Отсюда следует, что десятичные дроби, то есть те числа, которые в виде десятичной дроби представляются точно, при переводе их в двоичную дробь, в двоичный floating point, точно быть представлены не могут. Ну, например, рассмотрим то же самое преобразование вот 1/5 нашей из десятичного вида 0,2
в наш двоичный вид фиксированной точки, в которой на дробную часть отводится 4 двоичных разряда. Ну, 0, 0, 1, 1. Соответственно, все, что у нас будет идти после первых 4 бит записи двоичной нашего числа, мы отбрасываем. Переводя это в fixed point представление, мы получим старшие 4 бита равны 0, младшие 4 бита дробной части равны 3, ну, 1, 1, что в обратно, переводя обратно в десятичное представление, мы можем это сделать точно, поскольку все-таки все fixed point двоичные числа переводятся в десятичную точно. Мы получим значение 0,1875. Сравнивая с изначальным 0,2, мы получим, что даже при переводе из десятичной записи в двоичную у нас возникла ошибка, равная 0,0125 десятичных значений. Уже получили ошибку преобразования. Взяв значение десятичное 1/10, ну, то есть поделив вот это вот 1/5 на 2, мы это просто приписываем нолик в двоичной записи перед точкой или 1/2, мы получим, что старшие 4 бита дробной части у нас это 0,0,0,1, точка, вот, где у нас разрядная сетка заканчивается, у нас дальше остается единичка. Ну и если мы рассмотрим два варианта перевода в фиксированную точку, мы можем перевести его как единичку, просто отбросив оставшиеся биты. И можем его перевести как двойку, округлив оставшиеся биты. Здесь, если мы округляем, то есть первый не попавший разряд равен единичке, поэтому мы прибавляем ULP к нашему числу, получаем fixed point представление, равное 0,0,0,0,10. Это в обратной десятичной записи будет 0,125, ошибка преобразования 0,25. Если мы не округляем, мы получаем 0,0625, то есть 1 юб, ошибка 0,375, ну и понятно, что в случае, когда мы переводим с округлением, мы получаем ошибку меньше, чем в случае перевода без округления, 0,0250. В любом случае, если мы преобразовываем с округлением, ошибка преобразования у нас не будет превышать того самого значения половины веса младшего разряда, то есть не превышает, строго меньше ULP, деленное пополам. Это справедливо для любого преобразования дробного числа из любой системы исчисления в любую систему исчисления. Ошибка преобразования будет меньше, чем значение unit in the last place, деленного на 2. Так, что нам с этим делать? Допустим, мы уже получили числа с фиксированной точкой, ну, как мы можем их складывать и вычитать? Поскольку у нас число разрядов целой и дробной части фиксировано, то сложение и вычитание чисел с фиксированной точкой производится по обычным правилам. Точно так же, как целые числа, мы просто их складываем как целые числа, либо вычитаем как целые числа, будем получать чат. Будем получать правильный результат. С умножением. Если мы умножаем 2 8-битных числа как целые числа, мы будем получать, естественно, 16-битный результат. А вот возьмем 2 fixed point числа, умножаем их друг на друга, мы получаем поскольку здесь у нас 4 знака дробной части, здесь 4 знака дробной части, в результате мы получим 8 знаков дробной части. Получаем результат. Значение там типа 5 с 8-битной дробной частью. И теперь у нас возникла задача опять-таки обратно преобразовать наше, получается, 12-битное число
в 8-битное число с фиксированной точкой. И нам нужно здесь будет округлить. И то есть мы получим результат, равный вот такому вот 8-битному преобразованию, поскольку первый бит, который мы отбрасываем, за отбрасываемые части равные единице, мы прибавляем ULP к нашему числу, получаем результат. И если мы вернемся к десятичному представлению, получим, что у нас как бы точный результат, умножая их как в десятичной системе числения, у нас был бы такой. Когда мы округлили его, мы получили значение вот такое. И опять-таки ошибка выполнения операции умножения у нас равна 15 с чем-то там тысячных, то есть там та же самая, меньше половины ULP, меньше ULP пополам. То есть то же самое, когда мы выполняем умножение чисел с фиксированной точкой и округляем потом результат, чтобы уместить его в представление с фиксированной точкой, мы тоже получаем ошибку выполнения умножения, где-то там равную меньше, чем ULP пополам. Вот обращаю еще раз ваше внимание, что даже при умножении, как только у нас появляется дробная часть, у нас возникает задача отбрасывания или там округления лишних бит дробной части, чтобы их обратно поместить в заданное заранее фиксированное число бит представления дробной части. Теперь, что касается деления. Рассмотрим там те же самые два числа с фиксированной точкой. Попробуем их поделить друг на друга. Если мы просто их поделим, как есть, как два 8-битных числа друг на друга, то есть у нас это здесь 4 знака дробной части, здесь 4 знака дробной части, деление нашу дробную часть уничтожит вообще. То есть вот так вот, деля друг на друга их как целое число, мы просто получим целую часть нашего результата. Что, в общем-то, не то, что мы хотим, потому что мы хотим получить в целой части тоже, мы хотим получить в результате те самые 4 бита результата. Поэтому, прежде чем делить, нам нужно делимое как-то дополнить, ну, не как-то, а дополнить справа каким-то количеством нулей, чтобы у нас здесь было не 4 бита в дробной части, а какое-то большее число бит в дробной части, чтобы при выполнении деления у нас осталось, по крайней мере, достаточное число бит в дробной части, чтобы после округления мы получили разумный результат. Ну, например, возьмем делимое, дополним его справа 8 нулями в дробной части, значение числа от этого не изменится. Оно у нас было 8-битное, стало 16-битное, просто мы его, условно говоря, сдвинули влево на 8 бит в младшей части, дописали с нулей. Получили вот такое число, где уже за дробную часть отвечают 12 бит. Выполняем целочисленное деление, делим 16-битное число на 8-битное число, получаем результат. Мы здесь, поскольку мы 12 бит поделили, 12 бит дробной части поделили на 4 бита дробной части, получили там 8 бит дробной части, тоже как-то там округленные. Из 8 бит дробной части получаем обратно с помощью округления 4 бита дробной части и получаем итоговый результат 1,75. Если мы проведем эти вычисления в точности, ну, там, мы даже деля эти два числа как десятичные дроби, мы не получим точного десятичного представления, ну, там, взяв с запасом какое-то количество десятичных знаков, чтобы получить, как-то оценить ошибку, мы получим, что наша ошибка при выполнении деления составила 0,13 тысячных, тоже меньше ULP пополам. Вот здесь вот мы перед выполнением деления делимое пополнили справа 10, 8 дополнительными
двоичными битами дробной части. А возникает вопрос, почему мы здесь взяли 8 бит? Ну, наверное, потому что мы получили просто... Для примера я хотел получить 16-битное число, чтобы произвести 8-битное число. А почему 8? Можно ли дополнить 4 числами? Либо нужно там, либо 8 мало, нам нужно взять там, 10, 16, какое угодно другое число. Возникает вопрос, какое минимальное количество нулей справа нам нужно добавить, чтобы после выполнения деления и выполнения округления к нашему fixed-point представлению, мы бы гарантированно получили ошибку не больше, чем половины младшего разряда. Вот вопрос, попробуйте на него ответить, собственно, прикинуть, сколько нам бит нужно дополнительно при выполнении деления добавлять к делению. А вы смотрите чат, просто тут мы пишем, а вы как-то не обращаете внимания. А я не могу смотреть чат, потому что я читаю, я рассказываю. Если у вас есть вопрос, пожалуйста, поднимите руку, задайте вопрос. А, хорошо. Ну, можно мне тогда сейчас задать вопрос? Давайте. Почему мы дополняем нулями, почему мы просто так не можем поделить? При делении. Да, я не вижу, ну, почему целую часть дает. Хорошо. Вот у меня 8 бит моего представления. Вот делимого, вот 8 бит делителя. Вот давайте просто их разделим друг на друга. Вот это вот число, оно чему равно? Так, давайте. Я сейчас что-нибудь запущу, чтобы поделить. Ноль, один, ноль, 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 один, ноль. Это 66 в десятичном представлении. Делю его на 0b, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Я вообще получил просто результат 1. Потому что вот это число, как целое число 8-битное, у меня равно 66. А второе число, как 8-битное, у меня равно 38. Я 66 делю на 38 нацело, получаю 1. Просто у меня здесь кэнселится вся моя дробная часть. Ну и понятно, почему. Потому что вот записывая это число, у меня здесь есть множитель 2, вот это вот, то есть 66 умножить на 2 в минус 4. Правильно? Шесть умножить на 2. 2 минус 4. Вот, это 425. И второе число у меня 38 умножить на 2 минус 4. То есть, когда я точку двоичную сдвигаю, из целого получаю дробное, я двоичную точку сдвигаю, получается, налево, у меня каждый раз дописывается множитель 2 в минус 1, 2 в минус 2, 2 в минус 3, 2 в минус 4. Понятно, что вот у меня вот эти вот при делении, они просто сократятся, вот эти вот два множителя, которые у меня преобразовывают целое число в fixed point число, они просто сократятся. Я получаю целую часть моего дипломата. Еще вопросы? Поэтому мне, чтобы поделить, мне нужно дополнить справа 8, каким-то количеством нулей. То есть я буду делить не 66 на 38, а 66, скажем, умноженное на 8 нулями умноженное на 256 и делю на 38. Вот получаю как раз вот то, что у меня здесь показано. Получаю 444
как целое число, ну, там 4,45 получится, округляя его, ну, я получу примерно 1,75 с ошибкой меньше равной ее пинг-понг. Я ответил на ваш вопрос? Ну да, спасибо. Хорошо. Так. Итак, у нас, даже когда мы начинаем манипулировать с числами с фиксированной точкой, у нас возникает, помимо ошибки перевода из десятичной записи в двоичную, у нас возникает ошибка при умножении и при делении. Во всех этих случаях эта ошибка не превышает половины младшего разряда у LP-пола, но в любом случае нам нужно как-то округлить. И рассмотрим разные способы, которыми мы можем округлять, собственно, Ну вот, я сейчас вернусь к обычной десятичной записи, перед тем, как обратно перейти к двоичной, просто как десятичная, она более нам всем привычная. И рассмотрим несколько, а именно 5 различных способов округления. Рассмотрим вот 5 различных значений: 1,4, 1,6, 1,5, 2,5 и минус 1,5. И мы хотим вот эти все наши числа округлить к целому числу, то есть отбросить по определенным правилам всю дробную часть, чтобы получить некоторую только целую часть. Какие варианты у нас здесь есть округления? Первый, самый простой вариант – это округление к нулю. То есть мы всегда отбрасываем, просто отбрасываем дробную часть. Из единички с чем-то мы получаем единичку, из двойки мы получаем двойку, из минус единички мы получаем минус единичку. Это как бы мы взяли бы, просто отбрасывали бы дробную часть, рассматривая наше число без относительного знака. А округление к нулю у нас возникает часто тоже в математических операциях, на самом деле, там, например, при делении нацела отрицательных чисел, они все у нас округляются к нулю. Если мы учтем знаковость числа и не будем рассматривать вот этот середину отрезка 0 как какую-то особенную точку, просто мы будем рассматривать наш отрезок от минус бесконечности до плюс бесконечности, то мы можем округлять либо вниз, к, условно говоря, в сторону минус бесконечности, rounding towards minus infinity, либо rounding towards plus infinity, то есть там округляем вверх. Соответственно, при округлении вниз мы берем минимальное целое, которое не превосходит наше значение, это будет там минус, ну, там, так как здесь показано, 2,5, по сути, отбрасывается двойки, минус 1,5 будет минус 2. Округление вниз к минус бесконечности у нас соответствует математической функции флор, ну, то есть там, пол. Обратное округление вверх – это силинг, когда мы берем минимальное целое больше либо равное нашего значения. Стандартный математический вариант округления – это вариант к ближайшему целому, ну, то есть обычно вверх мы его конкретизируем. То есть к ближайшему целому мы там 1,4 округляем единичку, 1,6 округляем двойки. Но в случае, когда у нас возникает число ровно посередине, 1,5 или там 2,5, мы его округляем вверх, соответственно, здесь будет к двойке, здесь будет к тройке. То же самое с отрицательными числами. Минус 1,5 лежит ровно посередине между минус единичкой и минус двойкой. Мы берем минимальное не меньшее, получаем минус единичку. Это стандартное математическое округление. То есть то, что мы обычно записываем в виде функции round от результата математического выражения, результата математического вычисления. И дополнительно
новый тип округления, который мы сейчас с вами рассмотрим, это округление к ближайшему четному. И именно такое вот округление работает по умолчанию при выполнении арифметических операций с фиксированной и с плавающей точкой в аппаратуре процессоров. Ну и, соответственно, в стандарте на вычисление плавающей точки. Да, вопрос задавайте. Как так получилось, что один — это четное? Но где? Мы, если округляем ближайшему четному... То а вы нас... не дослушали. Я сейчас буду рассказывать про округление ближайшему четному. Да, еще вопросы. Да, а мы обсудили, какое количество бит нужно добавить при делении. Это вам нужно подумать. Хорошо. Так. Итак, округление к ближайшему четному. Что это такое? Вот когда, вот здесь вот на примере, когда у меня в дробной части 7 десятичных цифр, если у меня, и я хочу оставить 2 младших десятичных цифры. Как будет работать округление к четному? В случае, когда у меня отбрасываемая часть в точности лежит посерединке, то есть вот я хочу округлить 5 младших знаков дробных моего десятичного числа, только в случае, когда у меня они в точности равны, в точность пополам, то есть 5 и 4 младших нуля. Только в этом случае работает округление к ближайшему четному. Во всех остальных случаях округление к ближайшему четному совпадает с математическим округлением к ближайшему целому. То есть вот 0, то есть 7,89, 4,99 я буду округлять 7,89, 7,89, 5,0,0,0,1 я буду округлять 7,90. А если я округляю к ближайшему четному, то я смотрю на четность моего младшего остающегося знака, моего юлпа. И всегда буду его оставлять четным. То есть вот 7,88, поскольку восьмерка четный, мой последний знак, я оставляю восьмерку. А 7,89, поскольку девятка – это нечетный знак, я его буду преобразовывать, прибавляя единичку, буду преобразовывать, получая 7,90. То есть в этом случае, как у меня ведет округление к ближайшему четному? Получается, что только в случае, когда мне вот отбрасываемая часть в точности равна середине моего интервала, я всегда буду оставлять в роли юлпа только соответствующую четную цифру. Либо прибавляя юлп, либо не прибавляя юлп. Поэтому, возвращаясь сюда, округление к ближайшему четному, ну, поскольку здесь 1,40, обычное математическое округление. 1,60, обычное математическое округление. 1,50, вот 50 ровно посерединке. Мне нужно младший юлп сделать четным, это двойка. Я прибавляю здесь, соответственно, юлп единичку. Прибавляю единичку. 2,5. Тоже 50 ровно посередине, двойка остается, поскольку она четная. И отрицательное число минус 1, ну, единичка нечетная, я его преобразовываю в четную минус двойку. Опять-таки, округление к ближайшему четному действует только в случае, когда у меня отбрасываемая часть ровно посередине находится. Во всех остальных случаях округление к ближайшему четному совпадает с обычным раундингом, с обычным математическим округлением. В чем смысл? Почему? В чем смысл такого округления? Кстати, можно быстренько вопрос? А как это выглядит? То есть это понятно визуализируется в десятичной системе и не очень понятно, переносится ли это на двоичную? Все и... переносится на двоичную. И если переносится, то как? Вот, то есть, там, видимо, пожалуйста, я все сейчас объясню. Не забывайте. Хорошо, все, спасибо. А вы сейчас, такой вопрос, вы сейчас говорили про юлп, а вот где он здесь? Unit in the last place это будет просто целое число, целая единичка. Мы же отбрасываем дробную часть, ULP это единичка. Сейчас, то есть оно и в десятичной имеет смысл. ULP имеет смысл в любой системе счисления. Это просто
минимальное представимое число в младшем разряде. Вот здесь вот юлп, это будет 1/100, поскольку я хочу оставить число с точностью до сотых. Юнит, то есть юлп, он не определяется типом данных, а определяется конкретным выражением, которое мы сейчас считаем. Юлп определяется моей точностью представления. Соответственно, определяется система исчисления, в которой я буду работать. Если вы помните физику, то когда у нас в результате физических измерений всегда говорится, что точность измерений – это половина младшего разряда результата. То есть тот же самый юлп пополам, который у нас в десятичном случае будет там, в нашем случае это будет 5 тысячных, поскольку вот, ну, мы 1/100 делим пополам. Юлп – это универсальное понятие, не относящееся как таковое к системе исчисления. Хотя, конечно же, в основном оно у нас возникает, когда мы рассматриваем fixed point, floating point, представление обычно двоичное. Да, еще вопросы были там какие-то? Итак, а в чем смысл тогда вот этого вот раундинг к ближайшему целому? Давайте рассмотрим вот такую табличку. Я ее специально так вот сделал в Google Доке. Вот табличка. Я здесь взял, опять-таки, для удобства десятичные дроби от между единичкой и там, четверкой с шагом 1/10 и округлял их с помощью... округлял их до целых чисел, то есть так же, как на примере моей таблички. Ну, то есть обычный раунд. Раунд единички 1, раунд 1.5-2, раунд 2.5-3, раунд 3.5-4 и так далее. Казалось бы, все логично, если мы рассмотрим вот наше количество округленных, вот если мы рассмотрим по позициям, у нас до двойки округляется 10 позиций, до тройки округляется 10 позиций, до четверки и так далее округляется 10 позиций. Вроде все ок. Причем здесь, зачем нам здесь какой-то еще раунинг to L нужен, непонятно. И даже он становится контринтуитивным здесь. Потому что если я буду округлять к ближайшему четному, то 1.5 мне нужно округлить до 2, и 2.5 мне тоже нужно округлить до 2. 3.5 мне нужно округлить до 4, ну там 4.5 тоже округлить до 4. И если я вот здесь вот посчитаю количество вот моих клеточек, округленных до 2 и до 3, до 2 у меня будет округлено 11, вот здесь вот, 11 значений округлено до 2, а до 3 округлено 9 значений. То есть получается, я вообще что-то сделал странное и вроде даже как-то сделал его, ну, ухудшил мое округление. Но все становится на свои места, если мы сразу же вспомним, что у нас, вообще говоря, это не просто точные числа, а за каждым из этих вот чисел стоит ошибка в половину улпа. То есть вот 1.5 на самом деле это какой-то отрезок от 1.45 до 1.55. То есть если мы переходим от рассмотрения точек напрямую к рассмотрению отрезков, то сразу же ситуация становится, сразу же ситуация выправляется и становится логичной. То есть 1.5 это вот 1.5, у нас за этим стоит некоторый отрезок на вещественной прямой от 1.45 до 1.55. И то же самое 2.5 у нас стоит отрезок от 2.45 до 2.55. А теперь, если мы рассмотрим обычное математическое округление, вверх получается, да, то округляя по математическим правилам, к двойке мы округлим наше значение от 1.45 до 2, соответственно, 2.45. Считая, что на самом деле это у нас какое-то равномерно распределенная случайная величина, которая у нас была округлена до 1 десятичного разряда после точки, то есть ошибка в половину улпа у нас скрывается в каждом числе, мы получим, что вот
у округленной по математическим правилам двойки мат ожидания точного значения на самом деле не 2, а 1,95. То есть та же самая половина УЛПа у нас будет, на половину УЛПа у нас будет отличаться мат ожидания при округлении по математическим правилам. То же самое при округлении при тройке. У нас мат ожидания будет не 3 ровно, а 2,95 и так далее. То есть получается, что у нас вот математическое округление дает чуть-чуть смещенное мат ожидание, смещенное наполовину УЛПа. Исходя из того, что у нас изначально мы брали числа на числовой прямой, которые там изначально были представлены с ошибкой. Но если мы сейчас рассмотрим округление к ближайшему четному, вот как здесь, то есть 1,5 округляется к двойке, 2,5 округляется к двойке, то тогда вот эта вот двойка, округленная к ближайшему четному, у нас представляет диапазон значений от 1,45 до 2,55. Тройка после округления к ближайшему четному представляет интервал значений от 2,55 до 3,45. И в этом примере, вот рассматривая этот интервал, мат ожидания в точности двойка. И здесь мат ожидания в точности тройка. В этом смысл округления к ближайшему четному, что учитывая, что на самом деле у нас вот записи чисел это по сути некоторые записи отрезков на числовой прямой, точное значение которых мы не знаем, в предположении, что у нас вот, некоторая равномерно распределенная случайная величина, мы получим, что округление к ближайшему четному будет давать несмещенные результаты. 2 и 3 он несмещенный. В то время как округление математическое будет давать смещенный результат 1,95, 2,95. Вот на этом примере с десятичными числами как раз и понятно, почему при вычислении при всех округлениях в компьютере все-таки используется округление к ближайшему четному, чтобы получать математический, статистический несмещенный результат. Так, есть ли вопрос, почему округление к ближайшему четному лучше, чем округление математическое? То есть получается, да, мы чуть-чуть расширили интервал для четных, чуть-чуть сузили для нечетных, но за счет этого у нас мат ожидания оказалось несмещенным. Окей. Эти оба примера, они у меня были для десятичных чисел. Давайте теперь вернемся к нашей двоичной арифметике и посмотрим, как округление к ближайшему четному будет работать на случае нашей двоичной арифметики. Собственно, вот рассмотрим нашу теперь двоичную арифметику. Младший значащий бит, то есть ULP, вот здесь для примера я беру два знака в дробной части, то есть ULP у меня получается вот 0, 1, 1, 4. И округляемая часть у меня будет вот хвост из трех бит, в котором мне нужно вот эти вот три отбрасываемых бита округлить, ну, как-то там, либо просто отбросить, либо прибавить ULP. Если у меня три отбрасываемых бита не равны вот этому значению посередине, а значение посередине для двоичного числа точно так же будет у меня как 1, 0, 0, 0, то я работаю по обычным математическим правилам. То есть 0 в старшем отбрасываемом бите ничего не делаю, единичка в старшем отбрасываемом бите я прибавляю единичку в ULP. Собственно, здесь у меня будет down, здесь у меня будет up. В случае, когда у меня ровно посередине из отбрасываемых вот бит, только в этом случае я привлекаю правило четного. То есть, поскольку у меня младший ULP бит четный, то я к нему прибавляю единичку, получаю 3, округляю вверх. Здесь в случае, если младший бит у меня, ULP бит у меня четный, я его оставляю как есть, получаю 2,5. То есть в итоге, возвращая в моем десятичном примере, 2,875 у меня будет
вверх к 3, 2,625 у меня будет вниз к 2,5. Вопрос был какой? Не было вопроса, да? А поэтому, на самом деле, вот это вот округление к ближайшему четному, очевидно, что оно у меня зависит от того, сколько бит я оставляю, точнее так, сколько бит я буду отбрасывать. Возвращаясь к нашему операции умножения и деления, вот здесь вот, для умножения все понятно. У меня, в общем-то, количество бит в дробной части, оно понятно, оно фиксированное. Это 4 бита здесь, 4 бита здесь. Умножитель будет равен, соответственно, 8 битам в дробной части. А для деления чуть сложнее, потому что, вообще говоря, мне нужно взять какое-то количество, дополнить справа сколько-то нулями, чтобы получить правильный результат округленный. И в зависимости от того, сколькими нулями я дополню, после деления, вообще говоря, у меня может возникать разная ситуация. То есть, например, в ситуации, когда я получил 3 лишних бита, у меня может сработать ситуация, когда я округляю к ближайшему четному. А, например, если бы у меня было 4 бита, оставлял бы я 4 бита, например, не сработала бы ситуация к округлению к ближайшему четному. То есть, вообще говоря, округление к ближайшему четному при выполнении деления еще и будет зависеть от того, сколько нулей справа я буду дополнять у делимого перед выполнением целочисленного деления. То есть еще усложняется, вообще говоря, вопрос, сколько знаков мне нужно взять, учитывая правила округления в ближайшем учете. Тем не менее, вот эта вот арифметика с фиксированной точкой, она вот устроена так. В качестве округления по умолчанию мы в целом будем использовать, как я сказал уже, округление к ближайшему четному, если не сказано чего-то другого. Ну и округление, как я уже сказал, округление к ближайшему четному – это режим округления по умолчанию при выполнении и операции с плавающей точкой. Вот. Пожалуйста, повторить, почему мы так вот эти числа округляем? Какие? Ну вот, которые на этом слайде. Ну хорошо, вот у нас двоичное число, да? Собственно, обычное математическое округление, оно очень простое. У нас есть старший разряд отбрасываемой части, и мы, если старший разряд отбрасываемой части равен нулю, то мы ничего не делаем. Если старший разряд отбрасываемой части равен единичке, то мы прибавляем улп, то есть прибавляем вот единичку сюда. Да, получаем 10 нулей. Это математическое округление, которое мы должны модифицировать в случае, когда у нас отбрасываемая часть находится ровно посередине. То есть 1, старший бит 1, а все биты, кроме старшего, нулевые. Вот тот случай, когда как раз срабатывает правило округления к ближайшему четному. Тогда, ну, у нас старший бит равен единичке, если бы у нас было бы математическое округление, то оно бы всегда шло вверх, то есть мы бы всегда прибавляли единичку. То есть и здесь бы прибавляли единичку. Но поскольку мы округляем к ближайшему четному, то мы смотрим на, теперь уже, смотрим на младший бит, на ulp-бит. Нулевой бит ulp не трогаем, а единичный бит ulp прибавляем к нему еще один ulp, то есть прибавляем 0,1. Переносы, получаем число 1,1,0. Я смог объяснить? Да, спасибо. Окей. В любом случае, ключевой point здесь, что у нас и преобразование, и система счисления в систему счисления дает ошибку в половину ulp, и арифметика умножения и деления дает ошибку в половину ulp. И это справедливо для любой системы счисления, не только для двоичной. Вот с fixed point понятно, мы уже получили проблемы с округлением, и с тем, что на самом деле у нас уже числа представимы не точно. Если мы будем выполнять операцию, у нас каскад операций, если мы будем выполнять, у нас будет постепенно накапливаться ошибка, она будет становиться все больше, больше и больше. Это неизбежная проблема при вычислении с дробных чисел. Будь то они с фиксированной точкой, либо с плавающей точкой, ну, с этим нужно увидеть. Теперь.
Чем отличается фиксированная точка от плавающей точки? В фиксированной точке мы, по сути, фиксируем количество бит для дробного представления. В плавающей точке мы не хотим фиксировать количество бит для дробной части, а мы хотим вот это вот количество бит в дробной части задавать вместе с самим числом. В случае десятичного формата мы все с этим прекрасно знакомы. Это называется как там, числовая инженерная запись, или как она называется, числовая экспоненциальная запись, когда мы пишем там, не знаю, там 1,25, 42 умноженное на 10 в пятой. Точно такой же принцип. Это, по сути, есть число плавающее с плавающей точкой, записанное в обычной десятичной форме. То есть здесь мы количество... Мы можем варьировать количество бит в дробной части, применяя сюда вот этот вот самый множитель, который дает нам степень десятки, на которую мы все умножаем. Во всех языках программирования там это обычно 1, Е, 1, например, Е5. Ну. Мое число. То есть вот это Е, по сути, означает умноженное на 10 в степени 5. И то же самое применимо и к двоичной записи. То есть если мы здесь, у нас будет не десятичный множитель, как в обычной записи, а двоичный множитель, мы, по сути, получим запись чисел с плавающей точкой в двоичном формате. Поскольку вычисление с плавающей точкой – это неотъемлемая часть, вообще говоря, всех компьютерных вычислений, ну, точнее так, и вычисление физических величин, правильно будет сказать, а физические величины у нас представляются в виде дробных чисел, причем дробных чисел очень разных по своему абсолютному значению, от очень маленьких до очень больших. Естественно, что представление, двоичное представление с плавающей точкой появилось очень рано, как только компьютеры стали использоваться для производства, для физических вычислений. Форматов вот такого вот двоичного представления было огромное количество, пока, конечно же, все не осознали необходимость как-то все стандартизировать. Поэтому в середине 80-х годов появился стандарт на представление чисел с плавающей точкой двоичное, которое называется IEEE 754, который, собственно, действует и актуальный до современного момента. Он стандартизирует бинарное представление чисел с плавающей точкой и стандартизирует операции, выполнение операций для чисел с плавающей точкой. И естественно, что на настоящее время все процессоры, которые хоть как-то умеют выполнять операции с плавающей точкой, выполняют их в стандарте IEEE 754. Конечно же, некоторые процессоры могут этот стандарт расширять, добавляя туда, например, там 128-битные числа или 80-битные числа, но в основе всего лежит вот этот стандарт IEEE 754. Помимо стандарта на представление чисел с плавающей точки, чтобы облегчить передачу чисел между разными компьютерами, этот стандарт еще и стандартизирует аспекты разных вычислений с плавающей точкой. Там стандарт для потерь точности, переполнения, стандарт для округления, то есть для всех аспектов именно вот вычислений с вещественными числами. Однако точное следование вот этому стандарту оказалось слишком сложным, как я там чуть попозже продемонстрирую. И если все современные процессоры в качестве представления чисел с плавающей точки используют числа формат IEEE 754, то вот в очень многих процессорах вычисление не вполне соответствует этому стандарту. И если мы будем вычислять числа с плавающей точки, используя просто процессорные инструкции, то
вполне возможно, что результат у нас не будет соответствовать тому, что мы должны были бы получить при... если бы у нас вычисления были бы стандартны. Соответственно, вполне возможна ситуация, что на разных процессорах одни и те же вычисления будут давать разный результат. Именно потому, что каждый процессор по-своему оптимизирует эти вычисления, оптимизирует там как-то чуточку отходит от стандарта, и где-то у нас там будут получаться разные ошибки, не ул пополам, а больше в разных вариантах и так далее. Поэтому вот хоть он и запись представления простое, но вычисления по нему оказываются достаточно сложными. Ну, пока, по крайней мере, обсудим представление чисел с плавающей точки. Да, вопрос ваш. Да, почему отходит от формата? Это... По двум причинам. Это и ошибки в процессорах, и намеренные отступления от стандарта, чтобы сделать вычисления быстрее. Нам, условно говоря, если у нас есть выбор между скоростью и строгому следованию стандарта, большинство вендоров выберет скорость, чем строгое следование стандарту. Это справедливо, в общем-то, для любых стандартов практически, не только с плавающей точкой. Ну, я правильно понимаю, что в основном именно этот стандарт используется, небольшие отклонения только какие-то? Да, это сейчас основной стандарт для представления чисел с плавающей точкой. То есть, по крайней мере, можно быть 100% уверенным, если это вообще не какой-то очень странный процессор, что если у вас там floating point есть вычисления, то они будут, вот, по крайней мере, представление чисел будет одно из тех, которые даются стандартом IEEE 754. Итак, собственно, битовое представление floating point чисел. Как они представляются в битовой форме в компьютере, согласно стандарту IEEE 754. А числовая форма состоит из трех частей. Первая часть – это бит знака. При этом бит знака, он всегда записывается как старший бит. А вторая часть – это экспонента, причем экспонента двоичная. Поскольку у нас числа бинарные, то и вот эта вот экспонента, она у нас, по сути, определяет, насколько нам нужно передвинуть двоичную точку, чтобы получить значение числа. Экспонента двоичная. И двоичное представление экспоненты записывается в старших битах, которые младше бита знака. И, наконец, мантиса, третья часть. Мантиса, собственно, записывает знаки целой и дробной части. Таким образом, у нас вот это вот двоичное представление числа с плавающей точкой занимает какое-то количество битов. Соответственно, определены два стандартных представления и три, extended precision, не совсем стандартные. У нас есть single precision, одиночная точность, где под все представление числа с плавающей точкой отводится 32 бита, один бит знака, как обычно, 8 бит экспоненты и 23 бита, собственно, мантисы. Double precision – 64 бита, бит знака, 11 бит экспоненты и 52 бита мантисы. В C, в C++, single precision – это float, double precision – это double. Собственно, отсюда такая терминология прижилась. Ну, бывает еще extended precision, 8-битное, бывает еще 128-битные значения, quad precision. Я сейчас о них буду рассказывать не буду, поскольку это уже не совсем стандартные вещи. Мы остановимся на single и double precision, то есть на 32 и 64-битных значениях чисел с плавающей точки. Понятно, что представление... Вот, да. Я хотел спросить, все же экспонент, это значит, на что мы умножаем именно, или целая часть? Сейчас я все объясню. Вот такое вот представление, бит знак, он, понятно, единственный, но деление на мантису и экспоненту, оно, очевидно, вообще говоря, не единственное. То есть там, ставя, как в примере, вот 1, 12 вот, и так далее, вот эти два числа, очевидно, равны друг другу, но представление
их с плавающей точкой, оно чуть-чуть различается тем, что у меня экспоненты тут у меня разные, и десятичная точка просто поставлена разными. То есть само по себе это представление не единственное. Чтобы сделать его единственным, вводится понятие так называемого нормализованного числа, где накладывается требование на мантиссу, что мантисса, двоичная мантисса, у нас находится в диапазоне от единицы включая до двух не включая. Ну, то есть всегда у нас получается, что мантисса, то есть это вот то двоичное число, на которое мы будем умножать 2 в степени e, она у нас находится в интервале от 1 до 2 всегда в битовом представлении. То есть, по сути, целая часть всегда равна единице. В нормализованном значении, в нормализованном представлении числа с плавающей точкой. То есть 2 не входит, поэтому целая часть всегда равна единице. Поэтому нам не нужно хранить вот эту вот единичку старшую. Мы знаем, что если число нормализованное, то вот эта единичка всегда у нас присутствует. Мы ее и, вообще говоря, просто не храним. И, по сути, вот 23 бита мантиссы у нас таким образом кодируют 24 бита. То есть единичка, точка, 23 бита дробной части, умноженная на 2 в степени экспонента. Это для флота. И, соответственно, для дабла у нас дробная часть, по сути, у нас кодируется не 52, а 53 бита, поскольку вот старшая единичка, которая вот здесь вот записывается, она в битовом представлении не хранится. И это нам дает ответ на вопрос, какие целые числа мы можем представить в виде single или там double precision floating point чисел точно. Мы можем представить целые числа, у которых, ну, там, для записи которых нам нужно 24 бита. То есть старший бит единичка, плюс там 23 каких-то младших бита. Вот такие числа мы можем представить точно. Это чуть-чуть неточная формулировка, я там потом уточню. Итак, если... Да, вопрос. Но я все же хотел спросить, это у нас двоичным кодируется степень экспонента, на который мы умножаем, а это немного ли будет тогда? Не понял, что значит много. Ну, мы кодируем двоичную степень экспонента, правильно? Ну да. То есть двойки, которые мы умножаем. Степень двойки кодируем, да, степень двойки кодируем. Два в этой степени, на него мы будем умножать. Хорошо, понял. Ну... Хорошо, да. Александр, да, вопрос. Вот, а у нас экспонент, это имеет знаковый тип? Или... Сейчас. Keep calm. Собственно, я пока рассказал, как это по битам делится. А теперь детали кодирования. Вот я уже сказал, что при кодировании мантиссы мы старшую единичную бит просто не храним. В нормализованном числе он подразумевается, потому что у нас мантисса нормализованного числа находится в интервале от 1 до 2. Экспонента. Экспонента кодируется как всегда положительное число, потому что мы в него закладываем некоторые смещения. Ну, BIOS по-английски. Знаковый, ну вот, то есть есть у нас... Знаковая экспонента, допустим, у нас экспонента для числа типа float, мы представляем двоичные экспоненты в интервале от минус 126 до 127. Для того, чтобы перевести его в битовое представление экспоненты, которые мы будем класть вот в эти 8 бит экспоненты в нашем двоичном представлении, мы прибавляем к нему смещение 127 BIOS. Минимальная степень двойки минус 126, прибавляя 127, получаем единичку. Максимальная степень двойки 127, прибавляя 127, получаем 254. Это для флотов.
для даблов BIOS равен 1023, минимальная степень двойки минус 1022, максимальная степень двойки 1023. Прибавляя BIOS к степени двойки, мы получаем всегда положительное число в интервале от 1 до 2046. То есть битовая запись экспоненты в floating point представлении это всегда беззнаковое положительное число. Чтобы получить знак, нам нужно вычесть из него BIOS, и мы получим знаковое число. Обратите внимание, что у нас вот в этом битовом представлении оставлено свободным для флоутов значение 0 и значение 255. Для даблов оставлено свободным значение 0 и значение 2047. Вот эти вот два значения специальных, в котором все биты нулевые и все биты единичные, они использованы для специальных вещественных значений. То есть, если у нас двоичный порядок не равен всем нулевым битам или не равен всем единичным битам, то таким образом у нас кодируется обычное нормализованное число, в котором значение определяется битом знака, умноженное на мантису, умноженное на 2 в степени экспоненты. Ну, там, вычитая BIOS. А вот экспоненты, у которых все биты нулевые или все биты единичные, кодируют специальные значения. Все биты нулевые кодируют так называемые денормализованные значения. Ну, во-первых, все биты нулевые, если у меня просто все биты нулевые числа, то это 0. То есть 0, двоичный целочисленный 0, это 0 floating point. Если у меня старший бит знака равен единице, все остальные биты нули, это будет 0 отрицательный, то есть минус 0, как, что записывается. Если же биты... Да. Как мы здесь считаем? Что? Ну, на предыдущем слайде можете еще раз, пожалуйста, объяснить, как мы Е получаем? Е у нас... Вообще на входе у нас Е... Сейчас я покажу пример, как мы будем переводить. Сейчас. Так, то есть нулевые биты экспоненты – это либо денормализованные, либо нулевое значение. Единичные биты экспоненты – это либо бесконечность, которая у нас тоже бывает в двух вариантах, либо плюс бесконечность, либо минус бесконечность, если все биты мантисы равны нулю. И специальное значение not a number, флаг ошибки, или как там сказать, специальное значение, которое вырабатывается в случае, когда математический результат не существует. В случае, если у нас экспоненты, все биты экспоненты единички, все биты дробной части не равны нулю. То есть, точнее так, в дробной части есть не нулевые биты. Возвращаясь к нашей обычной нормализованной записи, давайте просто рассмотрим пример. Вот у нас значение типа float в десятичной записи 15213.0. Целое значение. Как мы его запишем в виде float числа? Ну, 15213 десятичное – это у нас будет вот такое значение двоичное. Первое, что нам нужно сделать, это нормализовать мантису. То есть поставить двоичную точку разделителя целой дробной части после первой единички. Для этого нам, получается, нужно его разделить на 2 в степени 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Разделить на 2 в степени 13. Мы получим вот это вот число уже дробное, единичка как целая часть и остаток как дробная часть, умноженное на 2 в степени 13. Это получилось у меня запись двоичная. И еще не битовое представление, но двоичная запись моего вещественного числа 15213. 13 – это двоичный порядок. И вот 1. Что-то это двоичная мантиса. Рассматриваем мантису. Мантиса у меня, получается, состоит из 14 бит, из которых
старший бит всегда равен единичке, он мне не нужен, я его отбрасываю вообще. Остается дробная часть. Дробная часть у меня состоит из 13 бит. Я ее дополняю справа 10 битами, чтобы получить, собственно, 23-битное двоичное число. И таким образом у меня получается двоичный порядок. Ну, прошу прощения, двоичная мантиса. Это вот то самое битовое представление. Которая у меня будет записана в те биты, которые отвечают за мантису. Вот ровно вот это вот битовое представление. Что касается порядка. Порядок у меня двоичный 13 порядок. Значение BIOS у меня 127. Прибавляя 13 к 127, я получаю 140. 140 как двоичное число у меня записывается в этом виде. И это биты, которые я должен поместить, собственно, в группу бит, отвечающих за экспонент. Итого, бит знака 0, часть экспоненты будет такой, вот, вот она отсюда берется, и часть мантисы будет вот такой. И я получил float представления для моего числа 15-215, вот побитовое 32-битное представление в виде числа типа float, у него будет такое. Для дабла все будет аналогично. Только у меня под мантису будет отводиться 52 бита, то есть мне нужно будет больше нулей здесь приписать. Ну и у порядка будет BIOS 1023, и я получу какое-то другое значение, как без знакового числа. Да, Демид, вопрос? Да, можно я еще раз, пожалуйста, объяснить, как экспоненты посчитали, я не понял. Вот с какого момента? Это понятно, да, вот. Вот это, да, понятно, это, да. Вот эти два числа равны друг другу. Двоичный порядок мне равен 13. Теперь мне нужен вот этот двоичный порядок, который на самом деле знаковое число. Вот как здесь, он у меня представимое значение находится в диапазоне от минус 126 до 127. В этом примере у меня 13. Я к нему прибавляю BIOS 127, то есть какую константу, определенную в формате представления floating point числа. Получаю 140. Это у меня будет значение. Оно пока десятичное. Я его преобразую в двоичный бит. Получаю битовое значение моей экспоненциальной части. То есть я здесь перехожу от знакового представления к беззнаковому. И получаю таким образом беззнаковый результат. Вот тот самый BIOS, вот, который у меня здесь написан. Переход от E к экспоненты. Да, еще вопрос? Да нет, это не вопрос. Вадим, ничего? Нет вопроса, да? Понятно правило, по которому я получаю битовое представление моего... Да, спасибо. Да, моего двоичного числа. Так. Откуда взялось число фраг? Ну вот же оно. Вот оно у меня дробная часть. Дробная часть была, стала старшими битами моего числа. И я его еще дополню его справа 10 битами, чтобы у меня получилось в точности 23-битное число. То есть вот это вот число 23-битное. Его размер как раз равен моим 23 битам, чтобы его поместить вот в эту вот часть моего символ precision представления вещественного числа. То есть вот эти биты, просто биты дробной части моего представляемого числа. Итак, вот у меня обычное нормализованное значение. Я его перевожу по таким правилам. Денормализованное значение у меня есть либо 0, включая знаковый 0, либо какие-то вот такие маленькие значения. И плюс еще три специальных значения. Минус бесконечность, плюс бесконечность и not a number. Фактически not a number – это целое семейство значений. Стандарт там выделяет signaling и non-signaling not a number. То есть, по сути, я еще вот в моей мантисе могу еще передавать какой-то код ошибки, например. Если мне это по каким-то
по какой-то причине важно. Ну, обычно во всех языках программирования, ну, not a number — это просто вот одна константа, создающая целое семейство значений. Если мы рассмотрим вот визуализацию, вот это вот представление с плавающей точкой, вот возьмем упрощенное представление, шестибитовый формат типа IEEE, где для простоты дробную часть представим двумя битами, учитывая то, что у нас один бит скрытый, мы получим 3 бита, то есть 8 разных значений для мантисы, экспонента 3 бита и бит знака. И как оно у нас представляется? Вот такое вот крошечное, игрушечное floating point значение, как оно у нас отобразится на часовую прямую. Мы видим, что расстояние между представимыми значениями увеличивается при движении от нуля дальше в сторону плюс-минус бесконечности. Самое плотное представление в районе нуля. И дальше, чем мы больше отходим от нуля, тем у нас будет меньше, тем у нас будет больше интервал между представимыми значениями. Цветом розовым у нас отмечены нормализованные значения. У нас еще два специальных значения: минус бесконечность, плюс бесконечность. То есть вот максимальное представимое значение у нас оно чуть меньше 15. 15 минус 14 будет. Если мы рассмотрим числа около нуля, вот увеличивая вот этот кусочек числовой прямой вот вниз, денормализованные значения у нас располагаются равномерной сеткой совсем в окрестностях нуля, они идут с некоторым там шагом равным вот минимальному вообще представимому значению нормализованному. То есть шаг минимального представимого нормализованного значения у нас вот здесь вот такой, и дальше у нас тут уже пойдут денормализованные числа. Их у нас здесь тоже будет 8. Обратите внимание, что в окрестности нуля у меня будет плюс 0, минус 0. Дальше денормализованное значение совсем близко к нулю. Дальше у меня будет идти нормализованное значение. То есть вот таким образом весь диапазон значений, которые я могу написать в виде числа с плавающей точкой, отображается на числовую прямую. Если экспонента состоит только из нулей, то это либо ноль, либо денормализованные значения. Вот у меня множество денормализованных значений, ну и сюда же у меня включены плюс-минус нули. То есть вот эти вот значения кодируются нулевой экспонент. Вот эти вот два значения плюс not a number кодируются экспоненты, в которые все три бита единички. Как стандарт, как стандарт требует выполнять операции с плавающей точкой? Стандарт требует сначала вычислить точный результат, какой бы он там ни был, потом точный результат округлить и поместить его в требуемую точность. Если возникло переполнение, то сгенерирует результат плюс бесконечность либо минус бесконечность. Если значение непредставимо, слишком маленькое точнее, мы можем сгенерировать ноль. Либо же стандарт разрешает в случаях переполнения или антипереполнения, то есть генерации нулевого результата, выбрасывать исключение, то есть генерировать процессорное прерывание, которое мы сможем обработать. Как мы можем выполнять некоторые операции с плавающей точкой? Ну, самая простая операция – это умножение. Умножение – это сложение двух порядков и перемножение мантис. Соответственно, мы мантисы перемножаем, знак у нас будет получаться как исключающее или наших исходных знаков. Порядки складываем, потом смотрим, все это округляем обратно, чтобы представлялось в нашем floating point числе, и получаем результат. Сейчас я быстро закончу, уже сделаем перерыв.
Но очевидно, что при выполнении даже умножения возможны нюансы, возможно, у меня переполнение, что после выполнения сложения экспонента я получу слишком большое число, либо после выполнения умножения и округления я тоже получу слишком большое число. В любом из этих случаев у меня будет сгенерировано значение либо плюс, либо минус бесконечность в качестве результата. Ну, а умножение – это самая простая операция, которая есть для операции с плавающей точкой. Сложение намного труднее. Потому что, чтобы выполнить сложение, нам нужно предварительно, поскольку у нас вот с фиксированной точкой сложения было простой операцией, поскольку мы точно знали, что у нас количество знаков в дробной части равны друг другу. А с плавающей точкой это не так. У нас у одного числа и у первого и у второго числа может быть разное количество знаков в дробной части. И поэтому первое, что мы должны сделать, это сделать так, чтобы у нас у обоих этих чисел было одинаковое количество знаков в дробной части, то есть выровнять их мантиссы. Сделать так, чтобы двоичная точка у этих обоих чисел располагалась на одном и том же месте. И тут уже возможны разные нюансы, что, например, мантиссы, то есть порядки у них будут отличаться настолько сильно, что ну, вообще у них, например, там мантиссы не будут накладываться друг на друга. То есть с точки зрения большего числа, меньшее число вообще для него будет нулевым. То есть биты мантиссы меньшего числа вообще не будут оказывать никакого влияния на результат. Возможно, такое число, такое значение. Либо они могут быть уже выровнены, либо сдвиг может быть там небольшим. Так или иначе, после того, как мы выровняли мантиссы друг относительно друга, мы выполняем сложение, получаем точный результат, выполняем округление, выполняем нормализацию и получаем итоговый результат числа с плавающей точкой. Опять-таки здесь у нас могут возникать разные эффекты в виде переполнений, нуля и так далее. Ну и что вы наверняка знаете, уже, по крайней мере, это все рассказывалось, но не лишним будет еще раз повторить, что понятно, что когда мы выполняем операции с плавающей точкой, у нас теряются, вообще говоря, все математические законы. Теряется ассоциативность, теряется дистрибутивность, ну, потому что там операции умножения и сложения, они могут давать в силу того, что округление, в силу того, что у них невыровненные мантиссы, они могут давать разные результаты в зависимости от того, в каком порядке мы выполняем. Ну, в частности, вот сложение маленького числа и большого числа, в зависимости от того, в каком порядке мы их делаем, может давать очень разные результаты. Нет ассоциативности и для сложения, и умножения. Нет дистрибутивности. Все результаты зависят от порядка, в котором мы будем выполнять операции. Собственно, про ULP я уже сказал. Если в случае числа с фиксированной точкой у нас ULP всегда был фиксированным, то в случае числа с плавающей точкой у нас ULP, в общем, не фиксирован, и он зависит от порядка. То есть это получается двоичное значение порядка минус количество бит, которые у нас отводятся под мантиссу. И это у нас будет порядок ULP. Ну и поскольку ULP разный, то ULP в окрестностях единицы называется машинным эпсилоном. То есть мы, если мы прибавляем, то получается, что если мы к единице прибавляем любое число меньшее ULP, то мы получаем результат единицы. А если мы прибавляем число равное или больше равное ULP, мы получим другой результат. Вот как раз в окрестности единицы ULP называется машинным эпсилоном. И для него есть специальная константа для типа флота, для типа дабла и для типа лонг дабла. Есть у нас это значение. И уже в завершении два слайда осталось, и мы сделаем с вами перерыв.
Что требует стандарт? Все операции, включая синус, косинус, корень, октант, экспонент, логарифм, которые у нас определены в стандарте, должны давать ошибку результата не более чем ulp пополам. То есть все они должны давать половину вашей ошибки. Малое количество процессоров это все реализовывает. Например, широко известно, что в процессорах семейства x86, ну, в FPU, точнее, скажем так, операции синуса или косинуса дают намного большую ошибку, чем ulp пополам. Проблема в том, что значение пи в этих процессорах просто представлено с недостаточной точностью. Там взято слишком мало цифр мантисы числа пи, и поэтому мы будем вылетать намного за пределы ulp пополам. Поэтому, чтобы соответствовать требованиям к точности вычислений, то же самое GLIPSI, стандартная библиотека языка C, линуксовая, реализует синус и косинус программы, чтобы удовлетворить требованиям на то, что у нас ошибка не больше, чем ulp пополам. Но если нам, в общем, безразлично прям вот такая деталь точности, и мы хотим считать быстро, то мы можем использовать опцию компилятора -f fastmask, чтобы использовать все-таки низкоуровневые инструкции процессора, которые, естественно, будут работать быстрее, нежели программные реализации соответствующих трансцендентных математических функций. Так. Что теперь можно сказать про накопление ошибки? Предположим, что мы выполняем группу просто много операций сложения. Мы знаем, что ошибка одной операции у нас половина ulpа. И предположим, что у нас ошибка равномерно распределенная случайная величина, где-то там минус ulp пополам до ulp пополам. Если мы выполняем n операций сложения, то понятно, что мат ожидания нашей цепочки операции, оно все-таки нулевое. У нас оно будет не смещенное. Мат ожидания результата, мат ожидания ошибки у нас будет нулевое. Но вопрос, чему равна дисперсия нашей ошибки выполнения последовательных операций? Равна ли, допустим, если мы выполняем 100 операций сложения, будет ли у нас ошибка в 100 раз больше, чем ошибка одной операции? На самом деле нет. Здесь, когда мы выполняем, например, 100 сложений, дисперсия не суммируется, а ведет себя как корень. То есть, если мы выполняем 100 сложений, то у нас дисперсия увеличится не в 100 раз, а всего лишь в корень 100 раз. То есть, примерно у нас ошибка выполнения 100 операций сложения будет всего лишь в 10 раз. Ну, как сказать, всего лишь. В 10 раз больше, чем ошибка выполнения одной операции. И рассматривая центральную предельную теорему, мы можем сказать, что с вероятностью 99,8% в случае сложения 100 чисел результат сложения точный у нас лежит на отрезке от минус 8,66 ulp до 8,66 ulp. То есть он меньше, с очень большой вероятностью, результат сложения меньше, то есть погрешность 100 операций сложения меньше, чем 10 ulp. В силу центральной определенной теоремы, то есть все-таки ошибка не накапливается так быстро, как можно было бы опасаться. Так, давайте все-таки мы на этом сделаем перерыв. На какой перерыв? Он вообще-то через 5 минут должен быть. Еще раз скажите, пожалуйста, что у нас... Ну, 10 минут у нас следующая пара начинается. Может, мы делаем перерыв или не делаем перерыв? Скажите, пожалуйста. Ну, вообще, конечно, лучше сделать. Давайте сделаем перерыв. Давайте сделаем перерыв в 10 минут, продолжим в 11:15. Продолжаем запись. Значит, попросили вернуться к нарушению
дистрибутивности и ассоциативности. Да, сейчас. Вот здесь, да? Вся проблема в том, что если мы складываем, и мы складываем числа очень разные по порядку, то, по сути, маленькое число не вносит никакого вклада в большое число при выполнении сложения или вычитания. Ну, вот здесь вот как на примере. Мы складываем маленькое число с большим, оно практически у нас останется большим числом. И здесь мы получим результат 1Е10. Нам не точности не хватит значащих бит мантисы. Вычитая 1Е10, мы получим 0. И наоборот же, если мы два больших числа вычтем друг из друга, мы получим 0. И тогда уже нам хватит точности представления бит мантисы, чтобы к нему прибавить 3,14 и получить 3,14. Ну и для умножения, ну, понятно, что если мы будем получать где-то бесконечность, там, то мы не можем просто так менять знаки операции, менять операции в разном порядке. И то же самое для дистрибутивности. Все это говорит о том, что на самом деле компилятор, когда он компилирует операции с плавающей точкой, он очень сильно ограничен в том, какие оптимизации применять. То есть если вот в случае целых вычислений он может сделать достаточно много, там их переставлять местами, перегруппировывать, может что-то вообще элиминировать, то в случае вычисления с плавающей точкой он мало чего может сделать, как раз всего нарушение базовых математических свойств чисел с плавающей точкой. Да, какой вопрос у вас был? У вас просто микрофон шуршит. Прошу прощения у меня, наверное. Как-то я не знаю. Так, лучше? Алло? Ну, пока так. Вроде да, еще. Хорошо. Угу. Поэтому вообще тематика вот этих вот математических вычислений и разных методов математических вычислений, чтобы мы минимально теряли в точности, это отдельные курсы, это отдельная там вычислительная математика, которую, конечно же, мы даже не будем глубоко затрагивать, больше относится к прикладной математике в таком чистом понимании, нежели чем программирование компьютер-сайенс. Но тем не менее. Сейчас, но да. Коммутативность при этом не нарушена ни для сложения, ни для умножения. Ну, в смысле, А плюс Б равно Б плюс А? Да. Это да. Ну, а только нам от одной коммутативности, если у нас мы не можем их перегруппировывать в целом. Так, ну и вот, как я сказал, ошибка, конечно, у нас накапливается, это проблема. Вот если мы здесь, если у нас ошибка распределена равномерно от минус У пополам до У пополам, то ее дисперсия будет 0,2, в целом как дисперсия 1,12, то есть и среднеквартическое отклонение будет 0,2, но при выполнении, допустим, 100 операций все-таки у нас точность теряется как корень из СКО, что не так страшно, хотя, конечно же, и неприятно. Какие еще бывают катастрофические эффекты при выполнении операции с плавающей точкой? Один из неприятных эффектов это называется cancellation, слово такое сейчас модное, называется катастрофическая потеря точности, cancellation. Cancellation возникает тогда, когда мы вычитаем, ну или складываем с разным знаком, два числа близких друг к другу. Ну вот возьмем такой пример. У нас, предположим, что у нас под мантиссу здесь отведено получается 10 знаков в наших двух числах. Да. Порядок десятичный 5. Значение, ну, там, например, значение мантис у нас вот такое. 23, 4, 5, 7, 1, 23, 4, 5, 6, 7. Эти два значения, понятно, что они у нас были получены в результате тоже вот мы имели исходные, условно говоря, точные значения, мы их округляли, то есть 4,67 мы округлили до единички здесь в лупе, а 59 мы округлили до семерки в лупе. Сами по себе вот округленные значения
первое и второе округленные значения, они очень близки друг к другу, там ошибка составляет доли процента. Однако, если мы будем вычитать их друг из друга, то в результате вычитания мы получим четверку в младшем знаке, то есть получается 0,4, и относительная ошибка выполнения операции вычитания у нас в итоге составила 20%. Вместо долей процента, которые у нас было для исходных двух чисел, они у нас оказались близки друг к другу. Опять-таки, почти вся мантисса у нас кодировала их совпадающую часть. В результате операции вычитания у нас осталось мало значащих, точных значащих цифр мантиссы, и мы получили катастрофическую потерю точности. Поэтому, вот когда мы вычисляем операции, производим вычисления с плавающей точкой, нужно помнить об этом и не вычитать близкие значения друг из друга. Мы будем получать вот такие вот катастрофические потери точности. Ну, понятно, что если мы потом вот эту вот 20-процентную ошибку мы будем еще на что-то умножать, у нас вот эта вот ошибка расползется, и мы вообще получим результат никакого отношения к реальности не имеющей. Поэтому мы можем рассматривать разные специальные алгоритмы, чтобы минимизировать вот эти вот негативные эффекты от вычисления с плавающей точкой, от cancellation, от просто округлений и так далее. Например, если мы хотим сложить два числа, сложить много чисел с плавающей точкой, чтобы минимизировать эффект накопления ошибки, который может перерасти в катастрофическое накопление ошибки, нам сначала нужно просуммировать все положительные числа отдельно, все отрицательные числа отдельно, чтобы их не было cancellation, если мы будем суммировать в перемешку. А причем положительные числа, мы должны их суммировать в порядке возрастания абсолютного значения, чтобы значащие цифры мантиссы накапливались, а не терялись. И только в самом конце нам нужно сложить положительную сумму и отрицательную сумму. Таким образом мы получим наиболее точный результат. А какая-то другая перестановка, представив, например, если мы будем все время складывать числа, близкие друг к другу разных знаков, то мы можем получить результат вообще никакого отношения, не имеющий к реальности, в силу cancellation'а и катастрофического накопления ошибки. Так что вот это нужно всегда помнить и нужно учитывать тогда, когда у нас начинаются какие-то тяжелые вычисления с плавающей точкой. Понятно, что вот даблов, флоутов нам может часто оказаться недостаточно, если нам какие-то уж тонкие вычисления нужно делать. Поэтому, например, у нас есть библиотека ГМП. Если нам нужно производить целые иррациональные вычисления над целыми и рациональными числами произвольной точности без потери точности, без переполнения. GNU Multiple Precision Library позволяет поддерживать любые длинные числа, целые и рациональные, соответственно. И, что очень важно, она очень хорошо оптимизирована под каждый конкретный процессор. То есть, скорее всего, будет выполняться операция реализована на уровне ассемблерных команд максимально эффективно. Если нам нужно вычислить, например, floating point числа с какой-то точностью, которая нам не обеспечивается стандартными даблами или там флотами, мы можем использовать библиотеку Multiple Precision Floating MPFR для вычисления с плавающей точки с произвольной точностью, где тоже поддерживается произвольный размер мантиссы, по сути. Понятно, что платим мы за это тем, что все это реализуется программно, а не аппаратно, и, естественно, что существенно медленнее, чем если бы это реализовывалось бы аппаратно. Отдельной темой, когда мы рассматриваем плавающие числа или fixed point арифметику, у нас очень возникает задача финансовых вычислений. Особенность финансовых вычислений в том, что числа у нас обычно точно представляются в виде заданного количества десятичных знаков. Например,
например, курс евро к USD у нас представляется в виде, ну, там, 1 точка, и дальше идет 5 десятичных знаков после точки. Большее число знаков не хранится и не используется в вычислениях. То есть курс евро к USD у нас создается вот таким вот образом. Дальше, когда мы производим финансовые вычисления, у нас, в общем, для каждой операции, которая у нас возникает в процессе финансовых вычислений, у нас определено, как мы ее должны делать, и в случае, если там результат получается неточный, как должны округлять результат. Ну, в частности, вот, например, в качестве примера финансовых вычислений, облигация федерального займа, которая текущая цена облигации 111,4650%, цена тоже у нас дается с четырьмя знаками с фиксированной точкой, по сути. Процент облигации 8,15% тоже нам дан, фиксировано. И поэтому по этим двум величинам нам необходимо вычислить там такую величину, которая называется накопленный купонный доход, который вычисляется в рублях и копейках. При этом гарантированно, чтобы у нас все вычисления давали бы точный результат, который вот в нашем примере будет 19 рублей 20 копеек. То есть проблема финансовых вычислений в том, что флоуты для них в принципе нельзя использовать по двум причинам. Что целые вот эти вот те числа, которые мы представляем в десятичном виде точно, в двоичном виде будут представлены неточно, во-первых. А во-вторых, при выполнении вот таких двоичных вычислений над десятичными числами у нас будет накапливаться ошибка. Ну и очень плохо, если у нас там в результате серии вычислений да, накопится какая-нибудь там лишняя копеечка или, наоборот, копейки не хватит. Это, в общем, для финансов недопустимо. Поэтому, если речь заходит о мире финансовых вычислений, то там либо используется просто десятичная фиксированная точка, то есть не двоичная фиксированная точка, с которой мы начали, а именно десятичная. То есть мы, например, 64-битное число записываем в десятичном виде, отводим какое-то количество десятичных знаков под мантису, какое-то количество десятичных знаков под порядок, и мы можем, соответственно, их умножать, делить, складывать, вычитать, неважно, там, десятичные или двоичные. Главное, чтобы мы поддерживали правильный масштаб, то есть умножали или там делили на масштабный коэффициент там, 10 тысяч, 100 тысяч, такой хотим. Это первый подход, то есть мы, по сути, используем целые числа, там, копейки или доли копеек вместо вещественных. Второй подход – это разная длинная арифметика, либо big decimal, либо rational в GNU-MP, тоже мы можем использовать. Либо мы можем использовать новое расширение стандарта IEEE 754, так называемый decimal floating point. Он отличается от двоичного, от стандартного IEEE 754 тем, что у нас порядок будет десятичный, а не двоичный. То есть мы мантису, конечно же, внутри храним в двоичном виде, но масштабный коэффициент у нее десятичный. И то есть вот decimal floating point может точно представлять те числа, которые в десятичной записи записываются точно. Это именно то, что нужно для всяких там финансовых вычислений. Более того, и операции умножения, сложения, вычитания тоже у нас будут записываться в decimal floating point точно. А в Sharpе, в C-Sharp этот тип decimal уже есть. В C++, наверное, он появится в ближайшем будущем, там какие-то движения в эту сторону происходят, но пока они до конца не доведены, в стандартах этого пока еще нет. А библиотечная поддержка частично уже сделана, в GCC можно с этим экспериментировать, ну, так, в общем, экспериментировать. Ну, пока еще финальной поддержки здесь нет. Ну, конечно же, если поддержки decimal floating point в процессоре нет, это все будет выполняться программно, поэтому медленнее. Если есть поддержка в процессоре, это все будет выполняться гораздо лучше в аппарате. И это нужно иметь в виду, когда, опять-таки, мы будем производить финансовые вычисления. Так, вот на этом я бы хотел закончить часть, которая относится к floating point вычислениям. Давайте мы сделаем трехминутный перерыв. Я закончу эту запись, чтобы просто отдельно была запись. И начну следующую запись, и мы перейдем к следующей теме. Поэтому маленький перерыв.